Всем привет, ребята! С вами я, Нубик в Майнкрафте, и сегодня я буду продолжать выживать в этом мире, где мне все время не везет. Я, короче, пока не заходил в этот мир, мой защитник-железяка, которого я скрафтил в прошлой серии, помните, да? Он, короче, сделал для себя домик, прикиньте, это очень круто смотрится. Этот домик полностью состоит из железных блоков, а также у него есть вот такие вот окошки, в которые он смотрит. Смотрите, это вообще очень прикольно. Но, короче, у него нету двери. Вот, он, походу, не умеет их крафтить. А я, короче, узнал, что, оказывается, существуют гигантские двери, которые можно сделать. И сегодня я ее, короче, подарю своему другу железяке, и все. Вот, кстати, а это еще что за кнопка? Я ее раньше никогда здесь не встречал. Это что, железяка ее сюда поставил? А интересно, а что она делает, если я, например, на нее нажму? Опа! И что произошло? Не понял. О! Ничего себе! Это какая-то ловушка была! Смотрите, на меня опять эта дурацкая наковальня упала! Это что, ты, железяка? Зачем ты на меня эту наковальню дурацкую уронил? Или ты хотел сделать ловушку для монстров? Да, 100% он так и хотел сделать, а попался не монстр, а я! Ты понимаешь, железяка, я не монстр! Вот, это, кстати говоря, очень даже крутая ловушка, молодец, железяка. Ну и в общем-то, как я и сказал, мы сегодня будем добывать гигантскую дверь для нашего друга железяки. Вот, на самом-то деле я не знаю, как она крафтится, но я знаю, у кого эту дверь можно купить. Да, она, короче, продается вон у того жителя, который вон в том домике живет. Он, короче, эту гигантскую дверь продает за 10 изумрудов. Я уже у него это посмотрел. И сегодня я бы хотел первым делом поломать лаки-блоки, конечно же. Потому что, ну а как еще можно достать эти самые изумруды? Я вообще не знаю. Поэтому подходим к лаки-блоку и ломаем золото и один изумруд. Ничего себе, с самого первого лаки-блока нам уже повезло, это круто. Осталось найти еще 9 изумрудов, и тогда все будет круто. Открываем следующий лаки-блок. Нет, только не эта дурацкая ловушка выпала. Нужно отсюда как-то выбраться, но нет, мне кажется, у меня не получится. Давайте хотя бы все мои ресурсы спасем, и получается, нам придется умереть, да. И все, наконец-то. В общем-то, больше на самом-то деле я вообще не хочу ломать эти дурацкие лаки-блоки, потому что мне сегодня уже начало не вести. А это значит, что следующие лаки-блоки тоже будут плохими. Это прямо 100%. Да, поэтому, блин, у меня же всего лишь один изумруд. Как мне купить эту гигантскую дверь-то? Я вообще не знаю. Но, кстати, у меня также есть одна семечка и 16 золота. Может быть, мы как-нибудь с этим жителем договоримся, и он мне продаст эту дверь вот за эти 3 вещички. Они же очень тоже крутые, поэтому сейчас придем к жителю. Что? Это что за фигня, ребята? Что это за мутант? Это не житель. Где мой друг житель? Признавайся, дурацкий огурец. Ребята, вы это видите? Я таких мутантов раньше вообще не встречал. А ну-ка, нужно от него подальше убежать, а то он, наверное, очень злой. Да, он пытается меня уничтожить. Ну, давай, подеремся. Ай, блин, он меня убил. Просто пипец. Ты куда дел моего друга-жителя, который торгует дверями? Слышь ты, какашка огурцовая. Пипец какой-то. Это реально житель-огурец.
просто жесть какая-то. Ладно, давайте выложим все эти вещи, возьмем, конечно же, мою золотую броню и постараемся с этим жителем разобраться. А ну-ка, давай, получай, получай. Ну, а ничего себе, он какой живучий. И почему он меня не взрывает? Ведь это же, по идее, какой-то огурец. Да, реально, огурец-житель. Офигеть, конечно. Так, одеваем броню и нападаем. Получай. Да нет, ребята, это вообще невозможно. Он какой-то бессмертный. Ай, опять меня уничтожил. Короче, нам нужно придумать какой-то план, какую-то новую тактику. Давайте залезем на второй этаж. Не понял. Смотрите, какой наглый огурец-житель. Он уже нападает на моего друга-железяку. Ну, сейчас он получит, потому что мой друг-железяка очень сильный. И сейчас он с ним разберется просто за секунду. Смотрите, он его даже ударить не может. Вот лошара какой. Кстати, а давайте мы поможем нашему железяке и активируем ловушку на ковальню. Помните, да? Она на меня свалилась в начале серии. И получается, если сейчас я подбегу, нажму на эту кнопку и быстренько убегу, то знаете, что произойдет? Наковальня сейчас упадет на этого жителя огурца. Что? Почему наковальня на меня упала? Она же должна была придавить этого какашку. Что за бред, ребята? Это вообще нечестно. Моя тактика опять не сработала. Нам сейчас срочно нужно придумать какой-то новый план. Но вот какой? Не понял. А что там происходит? Почему железяка дома? Ух ты, ничего себе! На него нападают какие-то маленькие огурчики. Смотрите, это походу подкрепление этого самого главного жителя огурца. Вы чё вообще что ли офигели? Ребята, ладно, придется, короче, взять мои суперсекретные вещи. Да, у меня, короче, вот под этим гигантским деревом спрятан секретный сундук, в котором лежат вот такие вот крутые вещи. Да, я их специально сюда положил, думал, что они когда-нибудь мне пригодятся. И вот как раз сейчас самое время. У меня, короче, есть вот такая вот обсидиановая броня. Также есть вот такой вот двойной меч. Он очень сильный. Сейчас я вам покажу это. Вот, давайте сейчас мы поговорим с этими огурчиками маленькими. Получай, раз, два. Никто не смеет обижать моего друга железяку. Отлично, одного уничтожили, и осталось добить вот этого самого главного огурца. Сейчас я съем супер золотое яблоко, чтобы меня точно никто не уничтожил, и тебе сейчас точно будет пипец. Но почему-то он вообще не хочет умирать, вы только на это посмотрите. Но, кстати, у меня появилась еще одна крутая идея. Давайте мы сейчас этого дурацкого огурца жителя просто возьмем и скинем вот в эту ловушку. А ну-ка, житель, давай, прыгай в ловушку. Не понял, вы это видите? Он почему-то не упал вниз. Он что, умеет ходить по воздуху? Как так-то? Смотрите, ребята, я его скидываю, а ему вообще наплевать на это. А ну-ка, а если я сам сюда встану? Давайте мы этого дурака подальше отгоним и... Ничего себе, а я сам могу ходить по воздуху. Смотрите, ребята. А вот этот крутяк. О, не понял, куда это я полетел? Что за фигня? Почему я упал? Я же только что ходил по воздуху. Это вообще нечестно. Вот ведь пипец. Я остался без брони. Давайте залезем на балкон и... Опять они сражаются. Да сколько ж можно? Ну давай, железяка. Нет, этот дурацкий огурец-житель уничтожил моего друга-железяку. Да как так-то? Ух ты, с моего железяки выпало какое-то яблоко. Смотрите, ничего себе. Ну все, сейчас я тебя точно уничтожу. Я просто обязан отомстить за моего друга. Так, это яблоко дало мне какое-то сопротивление урона. И это значит то,
только одно, что сейчас ты получишь, какашка. Давай посражаемся, я сейчас тебя просто с помощью руки заколочу. На, получай, сколько там у тебя жизней. Да, наконец-то, ребята, мы уничтожили этого какашку. Но, блин, этот дурацкий житель-огурец убил моего друга-железяку. Это очень обидно. Эх, ну ладно. В общем-то, пока что на этом я буду заканчивать. Вот, кому тоже жалко моего друга-железяку, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну, а с вами был я, Нубик в Майнкрафте. Всем пока!